Андрей Разыграев. И сегодняшняя программа, не побоюсь этого слова, будет очень смешной. У нас в гостях Серега и Влад. Смеш! Смеш! Здравствуйте. Чем вы будете нас почивать? Собственно, вот этим. Да, собственно, вот этим и будем. Какое шикарное блюдо. То есть это можно взять с собой, да? Хотя, если тыквочка, да? Мы сегодня будем меньше, на самом деле, разговаривать. Давай будем больше делать. Мы расскажем, что мы будем делать. Мы будем разговаривать и делать. Это что это, конечно. Кто из вас будет готовить, отвечает? Сережа, объясню, почему сразу я объясню. Почему? Потому что я не умею готовить. Я не могу. Вот сегодня мы придумали, что мы приготовим легкий завтрак. Легкий завтрак. Вот, потому что мы обычно завтракаем очень так легко, поэтому Сережка сделал пару бутербродиков, а я вот одно из немногих блюд, которые я умею делать, это яичница. Вот я попробую пожарить два яичка. Попробую! Желать, чтобы они оказались вот целыми. Да. Ну, я надеюсь, что у тебя ничего не расплывется. Да. А что касается меня, я приготовлю такие весенние, скажем так, бутерброды. Я думаю, что всем понравится. Огурцы, у Сереги весна, помидоры. Вдохновлен. Я готовлю все просто. Ну, в общем, в принципе, что показывать, я буду потихоньку начинать готовить. Надо где-то, наверное, помыть сначала, я так думаю. Да. Да. И начнем с того, что мы будем это все. Начнем с того, что помоем колбасу. Хочу сразу объяснить всем нашим телезрителям, что вы у нас давно желаемые и желанные гости на этой программе. Не совсем адекватные, а может быть и адекватные, я не буду говорить. Но, в общем, их настолько огромное количество ваших поклонниц, что мы фиг разберешь, кто где какая. Так вот, очень сильно просили группу Smash, безвредное шоу, Smash, стояли с транспарантами, понимаешь? Вот. Но на самом деле ребята решили ограничиться яичницей и бутербродами. Слушай, ты такие бутерброды не ел никак в жизни. Сейчас я устрою этот блиц для Сергея. Самый лучший. Влад, ты следующий на очереди. Понял. Внимание. Серега, готовься. Париж – это столица Польши или Голландии? Очень смешно. Ни того, ни другого. Как же? А чего же тогда? Франция. Франция? Не Уругвая? Нет, ты не ошибаешься? Россия. Хорошо. Дальше. Как выглядит флаг республики Мулино? Как в республике Уругвай. Ну как? Вот, не знаю. Покажи, опиши. Вот так. Хороший у них флаг, однако. Едем дальше. Сколько рулонов туалетной бумаги тебе хватает на месяц, а ты не подглядывай? Ой, знаете, кстати, мне... Хорошо. Это вот это к девчонкам, которые стоят под окнами, что еще можно дарить, да? Туалетную бумагу. Вот. Знаете, девчонки, едем дальше. Напойте три хита группы «Плазма» мне просто, Сергей. Я сейчас с вами на вы. А я, к сожалению, не фанат группы «Плазма», поэтому... Ну что, вы не знаете? Вот. Влад выручает. Отлично, отлично. Это один. Света Surrender, там что-то есть такое, да? Света Surrender. Колбасу мне дай. А еще последнее. Вот. Все, справились. И последний вопрос для тебя. Хотел бы ли ты встретиться... С кем? Давай покажи. На ринге с Майком Тайсоном. Покажи вот сейчас вот свои вот эти вот штуки. Я не буду ничего показывать, покажи, я похудел. Нет, покажи. Все. Обалдеть. Перемещаемся в данный момент вот скорее на плиту, потому что здесь уже вовсю... Одно у меня сломалось. Стой, скорее сюда. Сейчас. Яйцо сломалось. Ты хочешь сказал, во, отлично. Яйцо сломалось у нее, понимаете? А что три ты делаешь? Я что-то какое-то число непонятно. Ни два, ни четыре, ни шесть. А, вот как. Смотрите, как он извращается над крабовой палочкой. Она теперь становится не палочкой, а простыней крабовой, да? Какой молодчина. Хорошо, ладно. Влад, пока ты ничего не делаешь. Да. Там как-то... Пусть блиц будет у вас какой-нибудь. Да, пузырится все это очень сильно. Посолим немножечко, посолим, извините. Она получится не очень... Нормально она получится. Я уже видел. Поворачиваемся к зрителям самым, не знаю, каким-нибудь приятным местом. Да. Сейчас вот как-то так. Да. И начинаем отвечать на блиц для Влада. Поехали. Сколько ты получаешь за один концерт? Молчать. Очень мало.
Может быть, сейчас стоит обратиться к продюсерам. Поможите! Да. Не хватает. Нет, на самом деле хватает. Хватает на то, чтобы прожить и жить, и работать. Самое главное, хватает вот на яичницу, понимаете? Да, яичницу, а больше ничего и не надо. Правильно? Правильно. Нечего и круть ложками жрать. Едем дальше. Продолжите фразу. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Как гений чистый. Так, ты делаешь бутерброды. Ты такой, не позорься, дорогой мой, что это такое? Хорошо, ладно. Как ты учился в школе? Да, я в школе учился средний. Вот тут следующий вопрос. Сколько пятерок вы получили за свою жизнь? Достаточно. Я думаю, столько же, сколько и троек. То есть так вот, хорошизм был. Да, хорошизм был. Или удовлетворить. Удовлетворял всех. Едем к концу блица. Сколько раз в неделю ты меняешь свое нижнее белье? Ну, раза два. Нет, два раза, это когда постираю. А так раз в месяц, не чаще, да? Да. А я думаю, что-то здесь на нижнее. Подожди, что-то делать. Просто как... Внимание и равнение на стол, где Серег нарезает тупым ножом уже ломтики огурцов. Ну что ж, мы плавненько и резвенько подбираемся к самой кульминационной и, наверное, приятной части программы. Кто-то уже начал жрать. То есть, собственно, вот... Это еще не все. Расскажи просто, что здесь есть. Значит, это бутерброд. Да ты что? Значит, два бутерброда, которые я сделал с крабовыми палочками. Mm-hmm. Значит, хлеб внизу, потом майонез, после этого разворачиваете крабовую палочку. Если она не разворачивается, можно просто положить несколько крабовых палочек. Потом огурцы, нет, сыром обязательно. И в конце мы кладем сыр, да? Как-то странненько. Вот так. Хорошо. Но хрустеть на зубах будет, это обязательно. Клево. А, правильно, я еще майонез не давал. Вообще, в принципе, во всех моих бутербродах всегда очень много майонеза. Это, наверное, не очень хорошо. Вот, но я очень люблю майонез. Владик тоже очень любит майонез. Он ест хлеб и майонезом все заливает. И поэтому, наверное, он пухлик. А вообще, любимое блюдо у тебя какое, помимо бутербродов? Ну, ты когда-то приходишь в рестораны. Я вообще очень люблю итальянскую кухню, на самом деле. Там пицца, паста. Нет, пиццу я не люблю, но я люблю... Ладно, я хотел это отрезать. Что ты любишь? Я люблю всякую пасту, да, действительно. Mm-hmm. Я абсолютно различную, чтобы с разными... морепродуктами, может быть, там, не знаю, очень люблю лазанью, болоньезе. Очень-очень люблю. Хорошо, наш парень, отлично. Владик, а тебе что нравится? Мне кажется, что надо... А я больше люблю китайскую кухню. Как ты можешь... Сережка раньше любил какую-то раньше... Японскую. Но переел японскую кухню. Повар, как кухар. Чего? Кухарка. Что-то как-то у них тут проблемка небольшая. Не знаю, какие проблемы. Все, я уже вижу, что все. Ну, нормально. Это кулинар Владик. Пока у вас еще есть время, да, у вас поклонники, у нас тоже есть поклонницы, телезрительницы и телезрители, которые смотрят программу и, более того, пишут письма через электронный адрес безвредная@музафистовая.ру и через почтовый, его я напомню позже. Вот, например, дай мне тоже, давай-ка я покорми немножечко голодного ведущего. Там... Это аппетит, да? Без жопки, да? Ага. Топалыч? Не, я не хочу, спасибо. Помидорку не хочешь? Mm-hmm. Ну, просто только что, знаешь, сколько их съел? Я не хочу помидорку. Давай. Вот так вот. Я как мать Тереза просто. Внимание, мать Тереза. И папа там, не знаю, какой-нибудь римский. Папа Тереза. Скажите мне, пожалуйста, вы у нас сейчас советчики. Иван Локин и Самара интересуются. Весна давно вступила в свои права, а жена все еще заставляет ходить меня в шапке. Как вот мне быть? Ну, объяснить же некто ходил. Как он должен прийти так вот? Да. Ну, только чтобы бутерброд не убрал. Ну, понял, хорошо. А ты циферки рисовал? 1, 2, 1, 2? 21, мне скоро 21 год. Свечка тогда где, извини? Если так. Ладно, еще один вопросик мы успеваем задать. Как правильно поливать кактус, чтобы он не засох? Из Якутска у нас вот Алексей интересуется. Наверное, не знаю. Ну, вообще поливать не надо. Вообще не надо. Да вообще кактус, знаете, как он нужен? Выкиньте кактус. Вот, отлично.
Закрываем эту тему и внимание. У нас готово все, что смогли настряпать ребята из группы Smash. Нормально. А ты знаешь, что с зеленью сверху чуть-чуть вот так вот? Вот парочку вот так вот хотя бы побросай и уже прикрой весь тот стыд, который у тебя здесь получился. Да. Смотрите, прям тоже.